Если бы в «Голос» пришла наша премия, посмотрите на нее, пожалуйста, вы бы ее приняли такую? Принял бы, конечно. И ребята были бы не против, я думаю. Высшая, высшая лига. Друзья, свершилось. 2 декабря наступило. Сегодня первая музыкальная премия нового радио «Высшая лига». И Павел Шенин сразу после эфира приехал сюда, в Крокус Сити Холл. Ну, а Алину Артюкову освободили от работы, чтобы она могла нарядиться. В принципе, вы отобрали этих замечательных девушек. Я не вижу еще одну, к сожалению. Прическу еще не сделала, наверное. Она, да, именно сейчас красится. Мы выбрали по простому принципу, мы взяли лучших. Вы считаете себя лучше с детства? Они нет, они скромные, а я считаю их лучшими. В течение года люди за тебя голосуют, люди что-то делают, живут твоей жизнью, ты обязан отвечать взаимностью. Вообще, я считаю, что музыка – это самый замечательный друг, который поддерживает, который в любую секунду может оказаться рядом и подарить те самые эмоции, которых не хватает. Новое радио – это друзья. Это теплая атмосфера в студии и за пределами ее. Все по-новому, полная перезагрузка. Я очень люблю эту радиостанцию, несмотря на то, что она молодая, она очень смелая, и на этой станции всегда хорошая музыка. Ну, здесь одним матерным словом не обойдешься, потому что новое радио – это действительно… Да, вот. И самые… Песни звучат именно на новом радио. В общем, одним словом, это просто какое и мероприятие, и радио в целом. Во-первых, у меня есть плетка, и девушки об этом прекрасно знают. И я действительно могу отхлестать кого-нибудь, когда кто-то поет мимо ноты. И сегодня, кстати, на сцене мы будем петь все вместе. И если хоть кто-нибудь, девочки, хоть кто-нибудь споет мимо, вы же понимаете, что будет прямо на сцене. Ну, на радость, конечно, новому радио и всем зрителям. Смотрите, пожалуйста, на нашу награду. Скажите, вот что вы видите, кто это по-вашему и сколько она весит? Красивая женщина. Похожа на меня, кстати. По фигуре точно. Женщину с арфой. Я так понимаю, что это муза. Вряд ли терпсихора. Вижу девушку. Вижу гусли. Это трехструнная бас-гитара. Она очень сильная, мне кажется. Знаете, от нее такая энергия. Я уверена в себе. Я могу все. Я переверну весь мир. Это какая-то богиня с арфой. Я не знаю, кто это. Подскажете? Высшая, высшая лига. Николай, вы на эстраде уже очень давно, вы получали много наград. И у меня такой вопрос. Как вы думаете, вот эта награда, «Сирена», сколько она весит? Ну, думаю, 5 килограмм. Я думаю, 300-400. Килограмма 2. Килограмм точно. Да, это прям викторина, это надо узнать. Килограмма, я думаю, 2-3. 3. 2, нет, стоп! Килограммчик есть, наверное. Так. 2200. Могу сказать, ну не больше полукилограмма. Я думаю, что 3 килограмма. Ну где-то, наверное, 1-200. 2,5? Точно, вы первый, кто это угадал. Ну перестаньте, 2,5 килограмма нет.
Ну, конечно, мне очень приятно. Я счастлива, что получила заветную, красивую такую музу. Я знаю, что это олицетворение взаимной любви со зрителем. Начало, конечно, грандиозное положенное. Такой высокий уровень, такое шоу потрясающе. Столько артистов, полный зал. Браво! Я поздравляю всех нас. Это огромный успех, огромный старт. И я думаю, что в качестве пожелания, что может быть лучше, чем миллионы-миллионы слушателей для новой молодой радиостанции. Первое такое грандиозное шоу, первая статуэтка. И надо сказать, что статуэтка сделана очень круто. Могу сказать, опять же, от всех наших артистов, друзья, наконец-то в шоу-бизнесе появилась девушка, которую хотят все артисты. Ну, вы знаете, очень приятная премия, очень красивая сегодня она. И мне кажется, что люди в зале, находящиеся сегодня, это ощутили. Великолепное чувство было на сцене. Вот прям кайф. Слушайте, ну выходишь, понимаешь, что зал прекрасен. Это первое. Второе, что видишь, что зал полон. Это прекрасно. Третье, что видишь, это декорации и потрясающий, на самом деле, подход. Я очень доволен, очень рад, что вот такая красота теперь есть у меня. Высшая!